Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать в Хижину музыканта, меня зовут Раиль, и сегодня разберем песню от Егора Крида и Молли «Если ты меня не любишь». По традиции сейчас слушаем мой кавер на эту песню и сразу же незамедлительно приступаем к разбору. Поехали! Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Забудешь, то и я в ответ. С тобой не могу найти контроль. Теперь домой я отправлю свою любовь. Ты зверь, но не стоит. Это слухи, я не такой. Не верь, но порой эти стуки ломятся в дверь. Но как ты могла разлить все наши чувства до бела? Говори другому все те же слова, бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Поцелую долго-долго, дальше можно все забыть. Колол меня иголкой, не оставляя правы. Не теперь как небо, 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 небо. Смотрю в глаза их, не я любила ночью, кто-то за меня. Если я в чужих руках, помни, что ты сказал тогда. Лучше ты не прощай, стучи в дисках. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Ребята, сейчас приступаем к разбору песни. Но прежде чем приступим, хочу посоветовать вам один канал на Ютубе, который называется Mix Project, который совмещает в себе несколько творческих направлений. Кавер под гитару, обзоры фильмов, рассуждения на философские темы. Все это вы можете найти на этом канале здесь. Миксом дается несколько творческих направлений, которые вас, возможно, заинтересуют. Ссылка на этот канал будет в описании под видео. А мы приступаем к разбору. Поехали! Ребята, посмотрим аккорды песни. 4 аккорда. Тональность песни Ре минор, аккорд ДМ, на картинке можете увидеть. Этот же аккорд я иногда беру при помощи барре на 5-м ладу, нижней посадкой, аккорд формы АМ, потому что хоп, хоп, если сделаем, видно, что это АМ. Следующий, второй аккорд, это соль минор, GM, 3-й лад, верхняя посадка без фака. Следующий аккорд, аккорд F. И 4-й аккорд, аккорд А. 4 аккорда крутятся, ребята, пожалуй, можно выучить это все. Песня начинается с припева, там она чуть покороче, играю я его таким вот боем. Берем аккорд М, можете барре, можете без барре, но я покажу на барре лучше всего. Так, поехали. Удар вниз, вверх хлопок. Хлопок — это проезжаемся ногтями вниз и блокируем струну. Вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Удар можно вверх делать и подушечкой указательным, и большим пальцем ногтем. Аккорд GM, F, вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх, А, вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. В быстром темпе. Будем петь дальше. Что в голосе поется?
сжимаем ля на третьей струне, то есть второй лад на третьей струне. Потом третий лад, третью струну зажимаем. Потом опять второй лад. И все это нужно попробовать спеть. То есть... Если ты меня не любишь... Дальше... То я тоже нет. Сначала ля. Потом его на соль открываем. Еще раз соль и фа. Третий лад четвертой струны. То я тоже нет. Еще раз потом. Дальше. Если ты меня забудешь. Фа, фа, ля, соль, 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 фа. И заканчиваем. Третья. Четвертая струна. Третий лад. Второй. И открытая четвертая. И за вторым разом то же самое. Повторяем. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Короче, ваш голос должен совпать с этой мелодией. Берем ноту. Ля, если я, если ты, ты меня не любишь. И так вы начнете петь точнее и чище, и чисто в ноты. И уже поем. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я. Все, с припевом разобрались, каждый раз его поем же таким же образом. А дальше идет куплет. Здесь я играю перебор, как и в оригинале. Четверка. То есть бас, три, первая, вторая, третья. Потом аккорд GM. Аккорд F. А. И уже поем. С тобой не могу найти контроль тебе. Отправлю свою любовь трезветь, но не стоит. Это слухи, я не такой, не верь. Но порой эти суки ломятся в дверь. Эй! Дальше вот начинается бой. Играем левой рукой, расслабляя и напрягая ее. Аккорды М делаем вниз долго. Вниз ударили второй удар и расслабили левую руку. Так. Дальше аккорд GM. То есть опять-таки два удара вверх, и все они коротко. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх на блокированных. Еще раз. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Пока можно не напрягаться, друзья, и чисто на аккорде DM попробовать все это сыграть. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. А теперь попробуем не расслабляя левую руку. Что у нас прозвучит? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Бой, видите, как просто он играется, если не разжимать левую руку. Но если разжимать левую руку, то класснее звучит, смотрите. В конце вообще на блокированных, то есть пока перелетаем на другой аккорд. Удерживаем струны и перелетаем на следующий аккорд. Поехали. Делим этот бой пополам на DM, два удара, на GM все остальное. Дальше F, A, лихо.
легко должно быть, я вообще не парюсь, когда пою. Пробуем спеть. Ну как ты могла, ну как ты могла раздеть все наши чувства догола, говорить другому все те же слова, бла-бла-бла. Но я же знаю, на аккорде F остановочку делаем, бла-бла-бла. Дальше аккорд А. Но я же знаю, два удара вниз. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. На аккорде А опять-таки два удара делал. Для тебя. Опять припев пошел. Ничего сложного? Ничего сложного, честное слово. Припев не будем смотреть, потому что мы его посмотрели, а сразу переходим на второй куплет. Здесь бой такой же остается, как вот в конце первого куплета играли, то есть... Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Можете любой бой играть, по сути, какой вам удобнее, но вот это, на мой взгляд, звучит круче всего. Тут где-то на нижних струнах только играем без баса, чтобы успеть потом увеличить звучность по всем струнам. Поехали, тут уже партия молли идет, вступает она только после аккорда GM, то есть... Поцелую долго-долго, дальше можно все забыть. Колол меня иголкой, не оставляя правой нить. Теперь как небо, 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 смотрю в глаза их, не я любила ночью. О, кто-то за меня. Опять два удара на А. Кто-то за меня. Дальше вот начинается вторая часть этого куплета, и уже можно по всем струнам бить, чтобы громче это все звучало и поменьше делать эти расслабления в левой руке. Первые два удара можно без расслабления. Если я в чужих руках, помни, что ты сказал тогда. Лучше ты не прощай, стучи виска. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Можно не расслаблять пальцы вообще за вторым разом. А можно на аккорде G, M и A только это делать. То есть... И пошел снова-таки припев. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Ребята! Разбор подошел к концу, надеюсь, у вас получилось разучить песню. Пишите свои отзывы, каково петь эту песню, сложности. Давайте делиться, друзья, я вам, надеюсь, помогу, чем смогу, на все комментарии стараясь отвечать, особенно на вопросы. Все пишите в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео в социальных сетях. Мне это очень-очень важно. А заодно и вы поможете развиться каналу. Мы же большая, друзья, семья. Большая музыкальная семья из хижины музыканта. Если у кого-то все-таки не получилось разучить песню, в описании под видео есть мой самоучитель игры на гитаре. Освоим гитару за 7 дней. Пройдете его и уже приступите к разбору и игре различных песен на гитаре. На этом все. Подписывайтесь на хижину музыканта, и все у вас будет отлично. До скорых встреч. Пока.